Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня речь пойдет о сигнальном пистолете B92S от компании Курс S. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Курс S и относится к типу сигнальных пистолетов. Боевым прототипом выступает Беретта B92 Compact. Ствол данной модели заглушен, и пороховые газы не выходят в направлении выстрела. Калибр ствола 5,5 мм и стреляет он светозвуковыми патронами 10 ТК. Приезжает пистолет вот в таком надежном черном кейсе, а внутри мы можем найти подробную инструкцию на русском языке. Для воспроизведения выстрела пистолет необходимо зарядить патронами в магазин, который вмещает в себя 10 штук. У данной модели предусмотрены два темпа стрельбы – автоматический и полуавтоматический. Обозреваемый пистолет сделан из металла, применяется сочетание стали и замака. Такое сочетание дало вес нашему образцу в районе килограмма. Не вижу смысла больше томить и предлагаю перейти к стрельбе. Для приобретения данного пистолета не понадобятся дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. А если у вас уже есть данный образец, поделитесь впечатлениями о покупке. С вами был Евгений. До скорых встреч!